Лекция на тему обязанностей офицеров. Обязанности офицеров состоят из реагирования на вызовы 911, опрос подозреваемых и свидетелей, составление insider reports, реагирование на сообщения в радиоканале департамента, пересечение любой преступной деятельности, координирование движения автотранспорта, транспортировка подозреваемых, обратная связь с гражданами, составление отчетов о патрулировании. Вопросы есть? Нет. Должны ли вы реагировать на вызовы? Да. Транспортировкой преступников занимаетесь? Да. Да. Подозреваемых. Сотрудничаете с преступной деятельностью? Нет. Нет. Лекция на этом окончена.